сдаешься. Да подожди. Ладно. Подождешь, сдашь, прилетишь. Мы тебе такси вызовем, у тебя в порядке. О, сдал. А, так я... Сука, я не видел, блядь. Жопа нам. Уебок, блядь. Сука, чё сука-то, блядь? Я не понял, блядь. Сука, чё ты, сука? Мне чё понять, блядь, как? А сам съебался, гадон, блядь. Я не смотрел на тебя, я вообще смотрел сзади. Ты, блядь. Так, тут кто у нас? Добрый вечер, ребята. Добрый день. Ты чё орёшь-то? Ты чё разоралась-то, дурочка? Чё вы все орёте-то просто так? Ой, это в нас, да, я вижу, он прям рядом со мной стоит. Да хватит ты кричать! Чё ты орёт-то меня? Совсем, что ли, конченые? По душам, так сказать, поговорим. Задать вопрос. Информация. И? Где ты? Д? Нам. Как встать? Не как надо. Встать? Как выйти отсюда? Как меня сожрали не нахрен? Не надо! Не надо! Не надо! Нет! Блять, он потерял, сука, дайте. Не-не-не, у меня просто эффект блевоты. Похлопнуло, походу. Я хлопнуло, да? Ваня! Блять, понятно. Я чуть-чуть не добежал. Кого-то хлопнуло. О, готово, забирай. О, красота, тоже в бургере. А ты ее обстал. Это же мы из Тёму. Что за хуйня, блядь? Да. Да бляха-муха, меня в этот... Сразу просто в эту дырку... Да, да я... меня туда второй раз уже в эту дырку, обоссу. Блядь, на одном и том же месте да, два раза. Ну ты инвалид, блядь. С какого же инвалида я играю, это пи***ц. Да... Ты какой раз там уже падаешь? Меня... Я дурак. Четвертый раз в одну и ту же дырку просто засасывал. Нет, Тёма, мы сливаем, мы 14-й, Тёма. Да мы не прошли, не прошли. Тёма, вообще не прошли. Что делать-то? А. Ой, блядь, ёбаный в рот! Сука, конченый, блядь. Сука. Там еще хуйня-то. Это такие, кирота. Это тоже кирота. Ни черта не вижу, абсолютно. О, руку можно поджарить, смотри, какая красота. Ой-ой-ой, так тепло, о, смотри. Тёма. Зашкварчало как. Ой-ой-ой. Горит, подожди. Так, еще одна. Вот, мама. Подарок отвечу. У нас когти горят. Улочки сгорели. Он сервак упал. Сука, наковальня не падает.
ты понял, я... Ух, нифига тут кратер. А ну что там вообще взрывает? Меня откидывает. Ебанаты, блядь, наковальня не падает из-за вас, сука. Она в воздухе висит, блядь. Ну тут такой кубик. Это всё в воздухе висит, блядь. Ну, тут еще и гравий, знаешь, тут еще и гравий падает тогда, блядь. Вы, короче, как-нибудь на лабу по физике возьмите с собой диск. Сука, пизда, сервак закрыт. На экране. Бежать, shift бежать, shift бежать, нажал. Бежим, 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 бежим. А куда бежим-то? А куда бежим-то? Он догоняет. А он догоняет. Не успел, я хотел в толканье спрятаться. Чё вообще произошло? Ничего не понял. Тут где-то, блядь, мины валяются. Я в курсе. Вообще похуй. Я слышу. И кто видит мину? Никто не видит. Никто не видит. Но она здесь есть, она снизу. Нашел. Все, мины нету больше. Кажется, нашел. Все, идем дальше. О, вот еще мина. Ну, конечно, гениальная тактика. А че это как потушить? Надо, наверное. А, так подожди, а где тушитель-то вода? Ну-ка. О, пошло говно по трубам. У нас тут теперь какие-то белые фантики валяются. И ты танцуешь. Я не могу, я просто... Тихо. О, фонарик он так. Здорово, браташка. Салам. Как дела? Что? Что? Я без понятия. Он был прям возле тебя. Да я не понимаю. То, что он возле тебя был. Конечно, видел. Он мне члена в макушку дышал. О, это кайф. Excuse me. Hello. Hello, братишка. Ты прям на его жопу тянешься. Так, а что, это какие-то преступники, что ли? Ребятушки, здрасте. Че, преступничьей какой-то деятельностью занимаетесь, да? И чё ты свою пипирочку достал? И чё? А вот так если? Приятно тебе? Тихо, ты чё размахался, ты слышишь? Конченый что ли? Оп! 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 Хорошо тебе, да? Вот так вот тебе, а? Отлично? Пикалку он в меня свою тыкает. Пошёл, ты знаешь куда? Открывай, мать! Закрывает надо дверь. Охренел! Открой! Да ты охренел! Это не я! Это не я! Я тебе сейчас серьезно говорю, без рофлов. Да, конечно. Ты на видео увидишь серьезно. Вот я просто сижу. Оставь дверь в покое, блин. Это реально не я, без рофла, дядь. О, смотри, что нашел. О, этим пиздить можно. Ты сможешь отпиздить кого-нибудь. Так ты мне хб все потратил, блядь. Ой. А я тебя сейчас так же охуярю. Ты где, блядь? Иди сюда. Оставит меня. Блять! Лошары! На-на! На-на! Я не могу просто! Мне пизда! Ты тоже, блядь, на-на! Подойти! Мы пожили чуть-чуть дольше, кстати! Ну да, кстати! Вальки-тальки какой-то! Это рация. Что это такое? Так, она у меня на третьей слепит. Ух ты, кому позвонили? Это по бизнесу маме. Ой, то есть по бизнесу просто. По бизнесу маме позвонили. Алло, мам, тихо, не кричи. Я по бизнесу сейчас стою.
Алло, мам, да мы гуляем, все нормально. Да хватит звонить. Все нормально. Я тут маме. Да бля, хватит звонить. А, это я звоню. Я не звоню, я идиот. Так, подожди-ка. Ух, блядь. Где у меня? Я потерялся. Вот что происходит? Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошел к концу 2023 год. За это время произошло много разных интересных событий, веселых моментов. Мы открыли множество различных проектов и набрали целых уже 2000 подписчиков на этом канале. Друзья, также хотел сказать огромное спасибо всем тем людям, кто участвовал в производстве различного контента на канале Атом Шоу. Всем огромное спасибо, вы внесли за этот год действительно огромный вклад в развитие этого канала. Я вам безумно благодарен. Ну и не менее благодарен нашим подписчикам. Ребята, вас уже целых 2000. Всем огромное спасибо за это величайшее, просто огромнейшее количество человек. 2000 человек. Если представить это в пространстве, это огромное количество, ребята. Всем огромное спасибо за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши даже просмотры, даже просто кликнули на превьюшку. Огромное вам за это спасибо. Что ж, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Я всех поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы в новом году у вас все получалось, сбывались все ваши мечты, все ваши желания. Если у вас есть какая-то цель, то, естественно, всегда держите ее, так сказать, за горло, никогда не отпускайте, и у вас все в будущем получится. Даже если сейчас не получается, то в 2024 году точно получится. Друзьяшки, всем удачи, хорошо отметить Новый год, и всем пока.